Привет, меня зовут Нином Жаванадзе, мне 7 лет. Я люблю рисовать, люблю заниматься спортом и люблю очень сильно бегать. Еще я очень люблю ходить в школу, так как там очень весело. Я не люблю, когда ко мне пристают какие-то люди. Не люблю, когда они у меня что-то выпрашивают и говорят: если ты мне это не подаришь, я с тобой дружить не буду. Я хочу стать художником и парикмахером, потому что художник всегда рисует такие картины, которые никто не сможет сделать. И если поверить в себя, что ты это сможешь сделать, у тебя и вправду получится. А парикмахером я хочу стать, потому что там очень приятно стричь кому-то волосы. Я мечтаю сделать себе домик на дереве. Я хожу в школу, и еще я хожу на пианино и на спортивные танцы.